Нужно было еще расскажите, пожалуйста, как прошел сбор национальной сборной? Идет очередной этап подготовки в данный момент. Главный тренер КХЛ решил провести сбор в Алматы по тактическим соображениям, чтобы увидеть всех ребят в деле, провести подготовки домашние, именно стандарты отработать и посмотреть именно новичков команды, которые представляют ту пару, это Александр Грибанос и Ярван Каракулов, это нынешний друзья. В данный момент ребята находятся в оптимальном состоянии, ну, конечно, без травмированных не обошлось, есть кое-какие моменты, которые нужно привести в порядок. Я думаю, что тренерский штаб и медицинский штаб на этом работают. А так вот в целом в данный момент проходит контрольная игра. Сторонка называется. Я думаю, что команда видна по движению, по желанию. Ребята, будет достаточно хорошо. Расскажите, пожалуйста, о планах национальной сборной. Ну, после этого сбора пройдут календарные матчи чемпионата Казахстана, а потом уже ближе к началу марта планируется выезд национальной сборной на подготовительный сбор в Чехию, где будет сыгран матч с национальной сборной. Планируется матч с студенческой сборной в Чехии. Или Словакия будет это, или Чехия. Вот. И непосредственно уже с места тренировочных сборов мы выедем в Румынию непосредственно. Вообще довольны ли сбором прошедшей работы? Да, сбор проходит плодотворно, все ребята очень довольны, готовятся в таком интенсивном режиме. Я думаю, что сбор прошел плодотворно, и в разговоре с главным тренером он подчеркнул, что все свои заготовки, все мысли, он то, что планировал, он выполнил в полном объеме. Все довольны, я думаю, что все идет в плановом режиме. Спасибо.